Несколько лет назад была приобретена сушилка. Ну, пользовались так, раз три, включали там, яблоки, груши сушили. А вот в этом году созрел урожай свой, персик хасанский. Наварили варенье, потом еще что-то делали. В общем, всякие, там, я не знаю, как называется, всевозможные заготовки делали. И решили еще дополнительно сделать сухофрукты. Урожай хороший. Там еще ведра 3, наверное, 4, может быть, есть. Это мы сейчас вот занесли сегодня 2 ведра. Ведерко детишкам раздали, чтобы покушали. А вот косточки выглядят так. Косточки не крупные у персика хасанского, но тем не менее урожай хороший получается. Вот эти косточки я потом после стратификации буду выращивать. А вот еще пирог. Вот еще пирог, да.